Продукция компании «Международный коралловый клуб» производится на предприятиях, оснащенных уникальным передовым оборудованием. Большое внимание уделяется экологическим аспектам производства. Предприятия Coral Club International работают на солнечной энергии. Наши предприятия сертифицированы в соответствии со стандартами производства GMP, Министерства сельского хозяйства США и Европейского Союза. Помещения оборудованы централизованной системой сбора пыли и воздушными фильтрами тонкой очистки. Команда ученых и высококвалифицированных специалистов разрабатывает формулы, регулирует процесс производства и осуществляет контроль качества продукции. Смешивание. Использование новейших технологичных процессов обеспечивает качественное, однородное смешение ингредиентов и позволяет полностью исключить попадание загрязнений в смеси. Капсуляция. Готовая смесь поступает в высокоточную капсулирующую машину. Каждая наполненная капсула очищается, полируется и проверяется на содержание металлов. Прессование таблеток. Двусторонний таблеточный пресс способен производить около 800 тысяч таблеток в час. Готовые смеси отправляют на контрольную панель для проверки соответствия каждой прессуемой таблетки спецификации. Таблетки укладываются в чистые контейнеры и отправляются на бутилирование. Бутилирование. На линии бутилирования происходит очистка банок ионизированным воздухом, наполнение их с помощью высокоточных счетчиков, герметизация и нанесение этикеток. Производство батончиков. При производстве продукции компания «Международный коралловый клуб» использует только органическое и натуральное сырье высокого качества, выращенное главным образом в Европе, Канаде и США. Протеиновые батончики Coral Club попадают на конвейер и направляются в тоннель с патентованной системой охлаждения. Каждый батончик проходит через детектор обнаружения металлов. Далее батончики поступают на упаковку, взвешиваются и проверяются на целостность упаковки. Склад. Склад оснащен новейшим программным обеспечением для считывания штрих-кодов, что гарантирует наиболее точную упаковку и отгрузку продуктов в каждое из направлений.